Вклад семьи Максима Кустова в победу над фашистской Германией и милитаристской Японией трудно переоценить. Оба его деда воевали на фронтах Второй мировой войны. Донец Филипп Петрович служил в Маньчжурии и воевал на Дальнем Востоке. А Кустов Иван Васильевич в составе Дальневосточного фронта освобождал Китай от японских войск. Оба деда вернулись с войны, слава богу. Дожили до своей старости. К сожалению, их сейчас уже нет. Но, тем не менее. Но, несмотря на то, что они принимали участие в таких событиях, важных для не только для нашей страны, но и для человечества в целом, никогда они не рассказывали каких-то вот прям моментов, чтобы, ну, то есть как бы о своем каком-то героизме или о каких-то подвигах. В основном это все умалчивалось, потому что, ну, я так думаю, что просто тяжело было это все вспоминать. Чтобы почтить память предков, их внук вместе со своей семьей решил принять участие в акции «Бессмертный полк» и пройти 9 мая с фотографиями своих дедов по главной улице приморской столицы. Это важно, чтобы почтить память наших предков в первую очередь. Во-вторых, я считаю, что из года в год количество людей, принимающих в этой акции, увеличивается, что, скажем так, сплочает нас как население. И это очень важно, в том числе и для патриотизма нашей страны. За изготовлением транспарантов Максим Кустов обратился в компанию «Макс Принт». Типография является официальным представителем движения «Бессмертный полк» уже второй год подряд. Мы считаем, что «Бессмертный полк» – это очень хорошее, это очень благородное дело, потому что нужно отдавать дань памяти тем событиям. Для того, чтобы заказать транспарант, нужно направить на электронный адрес типографии фотографию члена семьи, который участвовал в Великой Отечественной войне, а также написать его фамилию, имя и звание, выбрать дизайн и подождать несколько дней. То же самое можно сделать и лично, посетив типографию. В прошлом году многие издания писали, что есть кто делает бесплатно, но делает бесплатно никак. Они просто печатали листик и выдавали. А чтобы сделать каркас, надо заплатить столько-то, чтобы заламинировать, нужно сделать столько-то. У нас вот просто все под ключ идет, то есть вот печатаем прямо на пластике, который не выгорает, не выцветает. Если будет дождь, не страшно, его можно намочить. Согласно опыту прошлого года, мы сделали самую оптимальную конструкцию, которая позволит пройтись 9 мая, несмотря на погоду. В типографии отмечают, транспарант размером 30 на 40 сантиметров обойдется в 550 рублей. В эту стоимость входит небольшая ретушь и оформление изделия. Заказы принимаются до 7 мая, и на следующий день транспарант будет готов. Напомним, в прошлом году в акции «Бессмертный полк» во Владивостоке приняло участие более 30 тысяч человек. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, новости на Восьмом.